Привет, мам. Я уже на Кавказе. Ты сильно не переживай, здесь не так страшно, как кажется. Здесь, конечно, не курорт, а особых условий нет. Но иногда бывает даже весело. Ты знаешь, я сдружился с парнем, которого зовут Коля. Он совершенно простой, добрый пацан из деревни. Но мы с ним очень быстро нашли общий язык. Мы друг за друга горой, так что нас никто не трогает. Да, мам. Работать приходится с утра до вечера. Роем окопы, таскаем камни. Ну ничего, это все посильно. Мам, ты за меня не бойся, прорвусь. Приеду домой настоящим мужчиной. Все, мам, целую, пока. Нальем и поминальный 100 грамм. Махнем мир через линзу слезы. Таким чистым покажется нам, как день после грозы. Вздохнем, а за окном листопад звенит, словно прощальная медь. Зачем самых бесстрашных ребят опять выбрала смерть? Извини, то, что было нельзя, и ушедших уже не вернуть. Мы же выжили, значит, друзья. Все у нас впереди, продолжается путь. Север холма, а я юг. Теперь имя у той высоты твое, имя мой друг. И грех влюбиться всех и потом сердцу тебя смахнув рукавом. О своем прости, что не вдвоем. Измени то, что было нельзя. Защеми от груди, ну и пусть снова как перед Богом, друзья. Скажем с Богом в путь, скажем с Богом. И домой вдруг подлить нам плюс 200. 300 литер мой. И теперь по мирной жизни, словно на войне, за твоих сушить очистить и любить вдвойне. То, что было, то было и нам. Ничего уже не
Yeah.